Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Hotel. У нас остается тут каких-то всего лишь два уровня. В принципе, да, и все. Ой. Фух. Надеюсь, там на видео не сильно сломалось. Немножко я промахнулся. Так, ключи. 2, 3. Поворачивать будем уже потом. Короче, они подставили. Я бы все прошел на 100%, но нужно было сначала грохать голубя. А я этого сделать не смог. Так, тут три почему-то двери. Комната 4. Мистера кролика. А там что за комната? Вы не можете войти, эта комната занята. Хорошо. Да, комнату кролика. Мистер кролик. Комната 4. Знаки. Короче, пока можно запомнить их так. Так, нож. Фокусник. Туз. Трэш. Так, давай к тебе, подожди, попозже немного зайду. Удивить Rusty Lake театр представляет. Подожди, театр? Я не... Есть, да, игра. Rusty Lake театр. Нужно будет потом сыграть. Так, еще одна карта. Ножи. Понятно. Ага. Понятно. Непонятно, что ничего не понятно. Так, что-то у него на голове. Это разрезать нужно. Опа. Тушеный кролик с морковью и белыми бобами. Бобы нашел. Я не хотел. Ну, ладно. Так, у меня что это? Кольцо. Так, где крылятина? Картины. Два, я так, я понял. Цвета. Так, треугольник, треугольный камень. Цилиндр. Так, смотрите внимательно. На что? На это? Хорошо, здесь запомнил. Ракушка. Так, муха, отвали от меня, а то убью. Наперсток. Жук. Глаз. Опа, глаз. И тебе шляпу дать? Смотрите внимательно. Ага, я понял. Стопы. Фиолетовый, красный, белый. Фиолетовый. Красный, белый. Чего себе? Фокусы. Фокусы. О, ключ. Это ключ от вот этого, да? Ага. Хорошо, что вот это за фигня? Камень, кольцо. Кольцо. Ключ я получил. Кольцо пропало, ключ получен.
Ладно. Делаем тогда по-другому. Это знак, это двойка. Осталось только запомнить, какой знак. Так, вот это, кажется, буква А. А это у нас туз. Я не помню, либо вот этот, либо этот. Кажется, вот этот был. Пятерка у нас была в одну сторону. Но я почему-то ее даже тут не вижу. Казнь это будет. Двойка это, 4, король, 8. Хорошо, представим, что нет. Тогда идемте смотреть, где что. Где что? Где что? Где что? Филин это вот это. Это значит король. Так, два у нас уже есть. Пять это обычно и с цветком. Единарная, закрученная с лепестком наверху. Короче, как вот это, только цветком. Так, это А. Такая же, только с цветком. Это тогда сюда. Двойка тогда у нас вот это была. И... Короче, одно из вот этих. И я не понимаю немножко. По сути, я правильно все расставил. Что тогда неправильно? Что тогда неправильно? Двойка это двойная. О, тихо. Ключ. Теперь у нас все ключи. А это что за головоломка? Головоломка. Хорошо, допустим. Так, треугольничек. Глаз ему вставить. Опа, мечи. Хорошо. Мечи, мечи. Протыкивай, да, мне нужно? Первый протыкиваем в эту и в эту. Раз, два, три. Ножка кроликом. Кроличья нога. Продолжить. Фойе. Так. А что мне нужно последний? Морковку где-то найти. Где мне сейчас еще выстроить морковку? Так, кабан тут стоит все-таки. Призраки. Поняли? Тут призраки водятся. Да я понял, что ты ванну будешь принимать. Ладно. Не знаю, где помидоры мне взять. Да. А где, подождите, рели была морковка? Неужели у него в комнате? Тогда мне нужно было его не убивать. Наступает ночь, гости идут. Быстрее гость, а не гости. Ну что, ребята, в следующей серии продолжим, и давайте тогда в следующей серии, там, по идее, еще у нас где комната занята, мы сразу и в нее
зайдем, типа, чтобы в следующей серии была уже заключающая. Это у нас выйдет 6 серий, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.